Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш и непосредственно на строительной площадке, где производится строительство по КТБ с таким же именем Совалмаш. Меня зовут Александр Сударев, и сегодня мы с вами пройдемся по строительной площадке и посмотрим, чем же заняты наши строительные бригады, какие задачи стоят, что было выполнено, что достигнуто за последнее время. Собственно, давайте сразу начнем с того, что расположено за мной. Во-первых, вы видите огромное количество фундаментных оснований, которые уже готовы, отлиты. Осталось буквально три фундамента, которые предстоит отлить. На этом фундаменты кончаются, а точнее заканчиваются бетонные работы именно с фундаментными основаниями. Происходит гидроизоляция этих же фундаментов. Также мы наблюдаем изменения в количестве песка, которым засыпаны эти фундаменты. Значит, произошла обратная отсыпка с послойным уплотнением и продолжает производиться. И вот здесь, на этой площадке, выложены бетонные плиты, подготовлена площадка для установки крупной строительной техники, тяжелой строительной техники. В частности, встанет кран, которым будет заниматься монтажом АБК, административно-бытового корпуса. И этот процесс уже не за горами, потому что, как вы видите, подготовительные работы уже выполнены. Сейчас со склада, это мы вам покажем чуть позже, производится транспортировка металлических конструкций, которые будут здесь сложены, и, собственно, сразу пойдет комплексный монтаж. Все это будет быстро, так же, как и, собственно, с той частью здания, монтаж которой мы вам уже демонстрировали. Стена, пожарный разрыв, также уже была отлита, произведена ее гидроизоляция, производятся дальнейшие работы, устанавливаются дополнительные плиты, и, в принципе, процесс идет полным ходом. Но давайте мы с вами также обратим внимание на большое количество песка, который был сюда привезен. И дело в том, что земельных работ нам предстоит выполнить еще немало. Но, в принципе, об этом чуть подробнее мы вам расскажем, я думаю, с другого ракурса. Пойдемте, пройдем по периметру здания, и все сами сможете увидеть. На этом ухе нашего Чебурашка продолжается работа тоже полным ходом. Установлены панели цокольного этажа, производится их выставление, устанавливаются профили для установки будущей облицовки здания, собственно, все необходимые крепежные элементы, все это сейчас делается. И обратите внимание, что также уровень земли стал выше, производится обратная засыпка, которая нам необходима для формирования будущего пола здания. Ну, пойдемте дальше. Кстати, с этой точки очень наглядно видно, как разный уровень наших ушей начинает появляться все больше и больше. Причем ведь это происходит не только с левой стороны от здания, но и с правой, к которой мы чуть позже сможем прийти. Вот, обратите внимание, шахта лестничного марша. Продолжаются бетонные работы, ее постепенно отливают. Был сначала отлит первый уровень, установлена сборная опалубка. Далее также поднята арматура и был отлит следующий ярус. Предстоит сейчас строителям также поднять арматуру и произвести установку опалубки, произвести отливку. Потом, если обратить внимание на потолок, то нетрудно догадаться, что будет осуществлен выход на крышу, и, соответственно, можно будет загорать прямо на крыше Совалмаш. Элементы кровли также уже подтягивают к местам, откуда их будут закидывать на крышу. Ну а теперь мы с вами дошли до тех работ, которые раньше мы вам не показывали, потому что они были начаты только недавно. Собственно, это все еще земельные работы, но, как вы можете видеть, начали взрывать землю для того, чтобы осуществить ввод коммуникаций подпольных. И подобным образом будет взорвана земля по всей территории по КТБ, в тех местах, где планируется проведение коммуникации. И, собственно, сейчас полным ходом эти работы идут. Хороший темп, хорошие траншеи. Поэтому будем наблюдать, как это будет происходить дальше. Но сейчас мы еще подробнее их увидим, когда зайдем с вами внутрь, и ребята вам это продемонстрируют. Мы закапывали, но теперь раскапываем. Но такова технология. Он тоже, соответственно,
шахта лестничного марша. Причем, можете обратить внимание, шахты есть разные. Если заглянуть в эту, то здесь действительно образовалась шахта. Есть углубление, приямок. Также это нужно для ввода коммуникации и так далее. Ну вот с этого ракурса очень хорошо видно, что происходит, какое безобразие творится. Действительно, раскапывается все. И вот пока мы приехали и собирали наше съемочное оборудование, уже трактор успел прокопать новую траншею. Ну, с ними еще предстоит поработать, поэтому я думаю, что мы вам продемонстрируем, как это будет выглядеть уже в более аккуратном варианте. Отсюда открывается отличный вид на склад. Видно, что полным ходом идет забор металлоконструкции. Как я уже говорил, эти металлоконструкции будут подвезены к передней части здания, к АБК, для того, чтобы начать уже полномасштабный монтаж. Потому что нет смысла строительную технику, особенно тяжелую, катать с места на место для того, чтобы установить одну балку или что-то в этом духе. То есть нужно подготовить плацдарм, фронт работы и уже, соответственно, все это дело осуществлять. Вот, обратите внимание, что кровельные работы уже не за горами, потому что, как мы уже с вами видели, по определенным точкам листы подтягивают, местами они уже разобраны и были подняты на крышу. Поэтому скоро, совсем скоро мы с вами увидим, как это все начинает уже закрываться. И, в принципе, не так далеко нам осталось до закрытия внешнего контура здания. Вот, ну, пойдемте посмотрим, что происходит здесь. А вот и то, про что мы говорили, как раз-таки идет поднятие элементов кровли на крышу. Давайте мы с вами обойдем с другой стороны, потому что здесь мы будем мешать строителям. А это неправильно. Мы находимся в ухе, которое большое, там ушко поменьше и за ним еще одно большое. Получается, у нашего Чебурашки даже не 4, а 6 ух. Ребята подняли металлоконструкцию, сейчас тоже выставляют, профили прикручивают, все идет по плану. Ну, давайте сразу переместимся, посмотрим. То есть фактически уже общий вид здания со всеми пристройками, за исключением АБК, уже практически сформирован. Я думаю, что прямо на днях оно закроется, опять же, не считая части АБК. А лифтовые шахты, собственно, смотрите, да, вот как раз арматурная стяжка уже выполнена и предстоит также делать в тех местах, где бетон уже отлит, поднимать выше. Вот, собственно, то, что вы видите здесь, будет также выполнено на том лестничном марше и дальше пойдет заливка выше, выше и выше. Отлиты сложные фигуры, то есть не совсем легко это делать, потому что смотрите, какие вот вещи ребята выполняют. Это короб для проведения вентиляции. Ну, уважаемые зрители, я думаю, что данная точка обзора будет в этом видео последней. Мы с вами прошлись по всему периметру стройплощадки, посмотрели, какие работы производятся. Отсюда, опять же, очень хорошо и наглядно видно разный уровень одноэтажных пристроек, которыми мы называем ушами. Каждый из них будет иметь свой функционал. Все уже продумано, просчитано, прочерчено и положено, соответственно, на документацию. Поэтому движемся, развиваемся, строимся. А впереди нам предстоит еще очень много всего интересного. А ну, когда мы подойдем вплотную к запуску, вот это будет новость. Поэтому работаем дальше. Спасибо за внимание. До новых встреч.